Сегодня покажу, как быстро извлечь акапеллу из любого трека. Так, для этого нам нужно будет скачать программку. Называется она Isotope RX7. Ссылку на нее я оставлю в описании. Дальше мы в нее закидываем нашу песню, наш трек. Вот я вырезал кусочек тут из Бенни Бенасси. Сейчас послушаем. Breaking up's not what it seems, 'cause I can still see you in my dreams. What do you want from me? What do you want from me? Am I just paranoid? 'Cause I can hear your voice. Though we're miles apart, you're still breaking down my heart. I haven't lost my mind, I just can't find it. And all of these thoughts rewind to break this silence. I've got a monster in my closet and under my bed. Maybe I'm better off dead than living with your ghost inside my. Дальше мы выделяем это все, нажимаем Music Rebalance. Rebalance. И здесь можно как ползунками это все делать. То есть либо убирать вокал, убирать бас, прекурсии убирать и посторонние звуки. Либо автоматически можно выбрать, например, убрать вокал из трека. Либо же наоборот, вот нам нужна акапелла. Нажимаем на это. Точно, можно было просто ползунки эти опустить. Нажимаем рендер. Ну, бывают, конечно, и погрешности у этой программки, потому что все автоматически. Где жесткие там басы или ударные, бывает, они немного остаются, проскакивают. Или голос немного там убирается. Ну, сейчас послушаем, что получится. Для ремикса, в принципе, вообще отличная тема. За одну минуту, не парясь, можно взять любую акапеллу, какую хочется. Так, отрендерилось. Слушаем теперь, что получилось. Breaking up's not what it seems, 'cause I can still see you in my dreams. What do you want from me? What do you want from me? Am I just paranoid? 'Cause I can hear your voice. Though we're miles apart, you're still breaking down my heart. I haven't lost my mind, I just can't find it. And all of these thoughts rewind to break this silence. I've got a monster in my closet and under my bed. Maybe I'm better off dead. Ну, в принципе, неплохо. Начало вообще отлично. Когда начала музыка уже наваливать, уже слышно косяки. В общем, оставляю ссылку на эту прогу в описании.